Я поблагодарил ребят за самоотдачу, за желание играть, за то, что не проиграли борьбу. Но качеством игры недовольны сами ребята. И то, что не набрали очков, точнее набрали одно, не набрали остальные. Мы, конечно, недовольны. Сейчас атмосфера в раздевалке такая, как будто после поражения. У нас не получилось играть в первом тайме. Во втором стало уже получше, больше конструктива, больше острых моментов. В принципе, поздравляю Луч. Не справились с поставленной задачей, набрали очко после серии таких матчей тяжелых. Не давали нам играть. Наверное, так и нужно, когда не можешь играть сам, повязать команду соперника. Опасных моментов у наших ворот вспомнить не могу, если не считать этот удар из-за штрафной Димы Маляки после стандарта. Мы же свои два момента имели, к сожалению, не реализовали. Кое-что, что нарабатывали, не сработало. Еще раз отмечу качественную игру Луча, потому что с такой самоотдачей и реваншистское настроение у ребят. Я очень хорошо знаю футболистов, там Бажу, Маляку, который работал со мной, Килин, сыграли сегодня одну из лучших игр. В прошлом году Дима Маляк нас в Нижнекамске наказал такой же самоотдачей, такой же звериной борьбой. Мы не зацепили там очки, и сейчас то же самое. Всегда в футболе не может быть чистое качество, нужно обязательно добавлять эмоции, обязательно добавлять выигрыш борьбы. Мы видели сегодня все, что, я думаю, что игра в первую очередь вам понравилась, ну и нам, естественно, и по накалу, и по борьбе, и по самоотдаче, а по всем компонентам, по многим игровым компонентам тоже, в принципе, игра сегодня нам понравилась тоже, как тренерскому штабу. Тоже понравилось, как ребята сегодня сыграли. Но я думаю, и болельщикам понравилось. Но, конечно, болельщики хотят видеть забитые мячи, так же, как и мы. Потому что они очки приносят, естественно. Ну и хотят посмотреть забитые мячи. Но сегодня не получилось этого сделать. Хотя моменты были хорошие. Моменты были хорошие, когда можно было, в принципе, забить сегодня. Но, к сожалению, не получилось. Ну и считаю, что, в принципе, и Тамбову мы мало что дали сегодня создать возле наших ворот, в принципе. Так что именно по игре, по содержанию, по самоотдаче, по всем моментам, ну, еще раз говорю, понравилось. Ребятам большое спасибо за этот матч. Но хотелось бы победы, я думаю, так же, как и Тамбову.